На стадионе «Торпедо» состоялись легкоатлетический забег и спортивная эстафета для мальчишек и девчонок, которые сейчас отдыхают в школьных лагерях дневного пребывания. А в Центральном парке прошли творческие мастер-классы. На празднике детства работали мои коллеги. Старт легкоатлетическому забегу дал глава округа Владимир Ружицкий. В спортивных состязаниях приняли участие 20 команд. У вас сегодня праздник. Погода улыбнулась и создала нам такое через погоду хорошее настроение. Ребята, скажите честно, вы счастливы? Вот это самое главное! В финале спортивной эстафеты встретились сборные 20-й, 24-й гимназий и 54-й школы. Савва Чухненко был настроен на победу, но что-то пошло не так. Его команда заняла третье место. Хотелось бы выиграть, но немного не хватило. На стадионе более 140 мальчишек и девчонок. Спортивный праздник положил начало детским соревнованиям, которые проведут в округе в течение лета. В этот день мы ежегодно проводим такие детские эстафеты, приобщаем детей к спорту, и они с радостью принимают участие в этих эстафетах и борются за победы. Сюрпризы ждали детвору и в Центральном парке. Ребята участвовали в творческих мастер-классах, рисовали на пленэре, пели и танцевали. Глава округа угостил детей мороженым и пожелал отличных летних каникул. С днем защиты детей! Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ.